Всем привет! В общем, сегодня приехал я на еще один водоем, куда говорил, что поеду, попробую половить судачка. Вот в этом водоеме, в общем-то, он и водится. Ну, здесь как бы с рыбалкой всегда так себе дела обстоят на самом деле. Лодку, в общем, взял, сейчас накачаю, ну и отправимся, покатаемся. Вообще, именно вот сюда, вот в это место приехал. Отсюда надо и начинать, вот с этой песчанки. Вот здесь я видел, как-то раз здесь был, мужичок неплохо судачков таскал, вот отсюда прям с берега. Но сейчас здесь травой все заросло, поэтому, наверное, надо будет туда чуть-чуть на лодке заплыть и оттуда пробовать. Погода супер, все супер, настроение супер. Всем приятного просмотра. Надеюсь, рыбалка сегодня получится. Поехали. Блин, время уже далеко не утро. Вроде бы и просыпаешься там до рассвета. Все равно, пока соберешься, пока доедешь, времени уходит немерено. Сейчас быстрее лодку, в общем, накачаю. Лишних съемок делать не буду. Сразу перейду к делу. Потому что судак — это рыба такая, что как бы можно его не успеть поймать. Может, с утра один час ловиться. Может, за сутки один час вечером всего ловиться. А может, и вообще не ловиться. Поэтому здесь нужно все варианты пробовать. Сейчас попробуем. Из снастей, как я сказал в прошлом видео, все выложил. Закидушки и все такое, чтобы не было соблазна вообще заняться здесь рыбалкой по всем направлениям. Взял на всякий случай поплавочку только. Мало ли. И спиннинги. Все, никаких закидушек не будет. Буду тренировать ловлю судака, потому что именно вот на этом водоеме, вот мне многие пишут, Димон поймает рыбу в каждой луже. Вот именно в этой луже я ни одной рыбы не поймал. Ну, может, что-то и ловил там, не помню. Просто мне не запомнилась эта рыба, эта рыбалка. Был здесь пару раз. В общем, вот здесь проходит река, вот она рядом, и получается, она как бы и не впадает сюда, и в то же время так вот какую-то воду сюда, наверное, заносит. И вот поэтому, мне кажется, вот здесь вот и стоит судак именно в этом месте. Вот видите, здесь какая мутная вода сейчас в реке. Вот отсюда я и начну. Кто-то он там свои сандалии оставил. Собрал две удочки. Одна будет грамм до 12 максимум. Ну и та там уже повыше. Тест. Будем смотреть, будут ли здесь зацепы.
Ну, что-то не клюет. Давайте двинем дальше. Как быть? Надо искать. Ну, вот на это место, если честно, было больше всего, как бы, надежда. Глубина здесь небольшая, конечно, но есть четкая бровка. Да, речка здесь совсем мелкая. Вот здесь, смотрите, бровка вот такая вот. Здесь вот и должен судачок ловиться. Но, видимо, я утренний клев пропустил, мне так кажется. Буду пробовать тогда на глубине ловить. Мне только надо какой-нибудь якорь соорудить. Да, вот здесь вот, конечно, неплохо бы эхолот иметь, чтобы найти подводную бровку какую-то, такую посерьезней. Вот он, куст этот. Сейчас я к нему здесь встану, привяжусь. Попробую половить. Здесь вот есть плавный спуск. И где-то вот там правее есть бровка. Нормальная такая. Надо будет попробовать сейчас здесь половить. Малька здесь, конечно, мелкого просто немерено. Вот здесь попробовал, побросал. Зацепы постоянно случаются. Вон сколько малька здесь. Если судак голодный не будет с таким изобилием. Плавал я, в общем, весь водоем, везде пробую, бросаю там-сям. Вот добрался вот до такого места. Это в самый конец уплыл. Там еще есть какой-то рукавчик. В общем, опять мне не дает покоя вот это вот сидеть на месте, что-то ловить. Обязательно куда-то надо двигаться, что-то искать. Вот двигаюсь, ищу. Смотрю, может быть, здесь змееголов будет. Или вот здесь, допустим, там под деревьями судак, может, будет. Сейчас посмотрим. В общем, как всегда, зря я лодку взял. Так бы сидел на том месте. Я знаю, что оно точно здесь самое лучшее для ловли судака. Но, видите, все равно куда-то несет. Нифига, это лягушка летит за километр. Ну, мне кажется, что змееголов сейчас не будет клевать. Почему-то. Не видно, чтоб так прям активничал. Ничего себе, сколько малька. Ох, я бы сейчас здесь джиг поотрывал бы. А здесь вот что-то, смотрите, дно какое-то местами порытое. Что это такое, интересно, смотрите, вон. Видите, темные пятна.
Как будто бы кто-то копался здесь по дну. Решил просто заплыть сюда, посмотреть, сколько здесь малька. Может быть, змееголова малек есть. Сейчас посмотрим, он такими черными шарами ходит клубком. Он все кишит. Просто стаи, вон они разбегаются, как смотрите, сколько. Вон. Аж на дна не видно, сколько малька. Вон он. Смотрите. Да, вот если бы не ветер, как бы все было хорошо. Вот они. О, кто это такие? Рыба какая-то крупная стая. Смотрите, амуры. Да? Блин, ё-моё, сейчас спиннинг сломаю. А вам не видно, да, на камеру, наверное? Целая стая огромная. Вот он, змееголовка. А не, это амуры, амуры. Я думал, толстолобы толпой. Нифига. Амуры. А как они так держатся стаей? Я первый раз такое вижу. Ё-моё. Да как здесь остановиться? Здесь прям немерено. Здесь стоит. Почему-то стоит целая стая амура. Возможно, они здесь не рестятся. Но сейчас вот они ломанулись отсюда. Ничего себе. Ну, похоже, они вот здесь не рестятся. Поэтому здесь толпой они. Да. Здоровые прям такие. Вот такие чушки. Но на камеру не, вряд ли вам было видно. Потому что отсвечивает вода. Вот это интересно, да? Нашел я. Так, это кто? Плещется. Интересно, есть еще, нет? Или они... А вон, смотрите, по дну кто-то пошел. Вон они начали подниматься. Смотрите, смотрите. Тина со дна начала подниматься. Вон, кто-то прошел здесь. Похоже, очень огромный прошел кто-то. Блин, как же несет, а? Ой-ой-ой, нифига я лягушку забросил. Вон, сазаны кучей. Нифига я нашел места. Вот здесь, вот смотрите. А, блин, нифига себе там их. Просто толпень. Это кто? Нерест еще, видать, не закончился. Вот они здесь все и шарятся. Ну чё, блин, это далеко от места моей стоянки. Я так думаю, сюда с поплавочкой приплыть. Но мне сюда легче на машине приехать, чем с поплавочкой плыть. Что же делать, а? Понять не могу. Переключиться на поплывок или остаться все-таки ловить. Зачем я сюда приехал? Судака. Зря я сюда плавал. Короче, сейчас я увидел эти полки рыбы там.
Теперь у меня очень большой соблазн ее здесь половить. Телефон разрядился, короче, в кармане. Хотел посмотреть, сколько сейчас время. Как бы клев сюда-то все равно к вечеру начнется. Сейчас бесполезно. Я вот думал, может быть, сюда пока приплыть, фиг с ним. Через все озеро ничего не поделаешь. Здесь до вечера попробовать рыбу половить, а потом, может быть, к вечеру вернуться сюда каловить, не знаю, короче, как бы вы поступили на моем месте. Вернулся, короче, сюда к себе. Сходу поклевку получил. Наконец-то. Он, конечно, мелкий капец. Ой-ой. Эх ты, нифига себе, он меня обдал. Переехал я, в общем, ближе к тому месту, где кучу рыбы увидел. Там все равно клёва особо нет. Одного маленького судачка поймал, и все за все время. Сейчас хочу вот здесь поближе. Приехал, собрал все по-быстрому. Лодку, все остальное. Взял поплывочку. Кукурузу бондель, там и черви, и опарыш есть. Сейчас хочу здесь все-таки порыбачить. Здесь больше вариантов поймать что-то. Думаю, судак здесь тоже должен быть в коряжнике. Сейчас все вечером станет понятно. В общем, поехали. Просто ближе здесь уже нигде лодку не спустишь. Берега везде вот такие вот. И самое близкое место, в общем, доехал. Сейчас заплывем туда, глянем, что там творится. Интересно, эти амуры сюда вернулись, нет? Издалека начну, потом буду поближе подбираться туда. Вот они плывут. Блин, тихо, 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 тихо. Зря я начал шевелиться. Вот они заплывают. Только я не понял, кто это. По-моему, здоровенные сосаны зашли. Вот они, смотрите, целая стая заходит. Ё-моё, как же вам показать? Ё-моё, как их много. Смотрите, какие. Это амуры, амуры. Амуры здоровые. Вот они ко мне подплывают, смотрите. Опять выходят из заводи. Нифига себе, они огромные. Ничего себе. Ух ты, подо мной прям прошелся какой здоровый. Вот еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, какие рыбины. Ну, они вышли отсюда. Вот они начали заходить. И потом вышли. Не знаю, все, не все.
установил сейчас. Интересно, сасаны вернулись сюда тоже. Смотрите, видите? Вот он, Амур. Ничего себе, вот здесь он прям рядом с лодкой ходит. Камера вот здесь стоит прям. Рядом. Значит, все-таки заходят они сюда. Я удочку туда перебросил. Вон он, поплавок там стоит. Сейчас посмотрим. Может быть и клюнет. Потому что они реально питаются, со дна плавают. Надо закормить, наверное. Ну что, будем пробовать. Заплыл сейчас туда, наверное, там расшугал все на свете. Несколько раз пытался камеру установить, вот так вот криво установил по итогу. Ну, это ладно, не важно. Закормил там. И сейчас буду тихо сидеть. В общем, подожду, посмотрю. Может быть, они еще вернутся сюда. Ну, даже не знаю. Подрасшугал я, конечно. Ну, теперь буду вообще тихо-тихо сидеть. Уже сейчас в кадре вон он появился. Кто это появился? Амур. Блин, надо быстрее забрасывать. Вон он ходит. Посмотрим. Блин, я прекратил запись, оказывается. Еще один пришел. Взял, выключил запись вместо того, чтобы включить. Ходят они здесь, слушайте, не боятся. Я здесь столько плавал, столько мучился эту камеру. И так и сяк пытался, она падает, короче. Потом выл, проваливается полностью. Кое-как установил. Сейчас посмотрим, если тихо буду сидеть. Мне кажется, должны опять они сюда привалить всей толпой. Опа, есть два штуки. О, какие здоровые, ё-моё. Ну давайте, клюйте. Вот будет весело такого амура на удочку, на поплавочную таскать. Это они сейчас ко мне поплыли. Сейчас где-то примерно вот здесь они находятся. Не видно. Вода мутная. Опа, нифига, какой огромный. Ничего себе. Пришли на прикорм. Надо ж такие кадры снимаю. Блин, да, аж она не верится. Если еще будет поклевка, вообще будет весело. Ну, крючочек-то у меня там совсем маленький вот такой стоит. Я не знаю, как я амура на него, наверное, не подсеку даже. Вот что значит снасти с собой не брать. Судак особо не клюет. Зато амура нашел кучу.
Сижу, наблюдаю, как эти амуры там эту кукурузу поедают. Хоть бы один клюнул на удочку, а. Боюсь перезабрасывать, расшугаю. Вот это сейчас все здесь происходит. Вот где дерево и напротив него. Вот в той области это сейчас все происходит. То, что там в камере. Попробую перезабросить туда опять потихоньку сейчас. Да, не ожидал я здесь такое увидеть. Такое количество амура. Офигеть, да? Оп. Ну, теперь поклевка. Ни подсака, ничего нет. Я его, конечно, не вытащу. Но поклевку хочу. Но я его даже, скорее всего, не смогу подсечь таким маленьким крючком. Если он только куда-то не заглотит там. Надо, кстати, фрикцион на всякий случай ослабить. Но они вот со дна едят, хорошо едят. А так возьмет, не знаю. Может быть, крючок на дно положить. Может быть, подхватит кто-нибудь. Ох, какой огромный, ничего себе.
как он пылесосит эту кукурузу там. Интересно, сазаны подойдут? О, змееголов видели? Ничего себе! И змей там же среди них ходит. Наверное, надо на дно положить крючок. Со дна, мне кажется, больше вероятности, что амур возьмет. Да? Как думаете? Пока они всю прикормку не съели, наверное, надо попробовать положить, да? Так, чувствую, на плаву бесполезно. Сейчас потихоньку вымотаю. Не шугнулись? Нет, вроде бы. Все, положил крючок на дно, короче. Буду ждать поклевки. Пусть так поплавок прям плавает на поверхности. Только я, по-моему, шугнул их. А нет, плавают. Вон они. Сейчас посмотрим. Со дна возьмет, нет. Вон они двигаются в эту сторону. Огромная толпень. Сейчас, похоже, здесь их в камере появится вообще тьма целая. Только я чуть-чуть криво забросил. Смотрю, и там поклевка. Блин, надо было подсекать. Вот, ё-моё, не успел. Нафиг я эту камеру вообще в руки брал. Два раза клюнуло, ё-моё, я оба прозевал. И амуры свалили куда-то. Вернуться или нет. Камера, видать, упала, ударила одно лодки. А вон плавают, вижу. Плавают, плавают. Ну, короче, посмотрим. Может быть, клюнет все-таки еще раз. Я теперь не прозеваю.
Вот они возвращаются. Вот они здоровые, блин. Все как на подбор, смотрите, какие огромные. Вот она целая куча сюда пришла. О, клюет, 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 клюет. Но только знаете, что это может быть не поклевка? Есть! Есть! А есть, амур! Подсака нет. Что я с ним буду делать? Ой, он сейчас в корягу заведет, если все, хана будет. Прикиньте. Прикиньте, амура на удочку поймал. Смотрите, какого здорового. Фрикцион, фрикцион, работай, работай, пожалуйста. Подсак я забыл. Так быстро собирался, что и забыл его. Блин. Что мне с ним делать? У меня еще лодка зацеплена. Поплыть до берега, туда к себе. Взять подсак, попробовать. Да не, с тем подсаком я его даже не заведу в тот подсак, который у меня этот дурацкий, благодаря которому я тогда, помните, форель упустил тоже огромную. Ну вот, я не знал, что я попаду на такую рыбалку, так что извиняйте. Ну, по крайней мере, вот такими кадрами можно полюбоваться. Почему нет? Как меня сейчас амур будет таскать по всему озеру. Как я его только смог подсечь. Блин, в корягу уходит. Не-н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 ет. В корягу нельзя. Нет. Все, зашел. Зашел. Ну, все. Прощай, снасть. Но его я остановить уже не смогу никак. Если он туда зашел, то зашел. Сорвался, что ли, уже? Нет, нифига. Там. Но в корягу завел, блин. Вот гад, а. Он прям уперся туда в коряге. Ну что, отцепляемся? Пошли. Не знаю, что буду делать. Но что-то надо делать. Да, это, конечно, блин, что-то с чем-то. На поплавочку амура я еще точно не ловил. Это что-то новенькое. Блин, еще и спиннинги у меня эти торчат. Что делать? Зритель там, оказывается, сверху. Стоит, блин. А, все. Ушел. Слетел. С крючком ушел. Да, вместе с крючком ушел. Вот так вот. Как обидно, а? Оторвал все-таки. Ну, это за счет коряги. Так бы я, конечно, его бы еще потаскал бы. Ну, здоровый как раз попался такой. Офигеть. Ой-ой-ой-ой, да. Ну чё, я сейчас пойду, возьму подсак, перевяжусь и вернусь опять сюда, короче. Мне такая история понравилась. Опять поставлю мизерный крючок. Других просто нет у меня при себе. Ну ничего, вы же видели. Все возможно, оказывается. Фу, блин,
Это, блин, этот сезон начался что-то прям вообще как-то очень интересно. Сейчас попробую еще раз. Правда, есть одна проблема. То, что кукурузу я практически всю высыпал. Я ж не ожидал поклевку. Я-то думал просто на амуров в камеру посмотреть. Посмотрел. Все. Опять мини-крючок. Опять огромный амур. Надеюсь, клюнет еще раз. Там буквально мне осталось только на крючок одеть кукурузы. И все. Но пробовать, думаю, стоит, да? Если один раз получилось, то, наверное, еще раз получится. Правда, это все видел человек, сверху стоял. Придется его... Ну, вы поняли, что с ним сделать, чтобы никому не рассказал. Боюсь, что туда сейчас толпа прилетит. Вот чего я больше всего боюсь. Все, побежали. Представляете? Я вот в такой подсак того амура хочу ловить. Мне даже самому интересно посмотреть, как это будет. Ой. Наверное, весело. Если бы не было ветра, все было бы намного проще. Я бы все аккуратно установил на камеру и поплавок бы не сносило. Ну, как есть, ничего не поделаешь. Ничего страшного. Все равно удалось же цепануть. Сейчас, короче, туда буду подходить очень-очень тихо, чтобы не расшугать. Я чувствую, они опять там собрались. Вся эта толпа. Опа. Ну что? Кто-то там уже шевелится дальше. Возможно, что они сейчас вернутся. А я буду сидеть тихо-тихо опять. И ждать. Зря, наверное. Да, вон они шевелятся. Идут обратно. Сейчас. Чувствую, будет шоу. Смотрите, что там творится. Ё-моё! Вот они не хотят подходить. Сейчас стоят вон там дальше. Сюда вообще не хотят. Я думаю, может быть, место сменить. Но место менять, видите, не получится, потому что я здесь закормил, а больше кормить нечем. Не знаю. Кстати, многие у меня спрашивают про дядю Толю. Где дядя Толя? Куда пропал? Будут с ним еще видосы и все такое. Давайте сейчас я ему наберу и вместе это узнаем. Потому что я, честно, не знаю. Сейчас, давайте. Пока амур не подошел. Алло. Привет, дядя Толя. Вы на громкой связи. Значит, я попал в передачу «Кто возьмет миллион». У меня есть для вас один вопрос, на который, я думаю, вы сможете ответить. Как-никак вы человек бывалый, пару мировых войн глазами видели, да, своими. Битва. Да. В общем, вопрос такой. Да. Куда пропал дядя Толя и появится ли он еще когда-то на канале в видео? Конечно, появлюсь, как? Зрители спрашивают, когда, ну, когда там... Давай, когда рванешь? Так значит, вы поедете, да, со мной на рыбалку, зрители вас увидят? Конечно.
Ну все тогда. Ответ. Когда поедем? Все, скоро. Когда скоро? Ну я не знаю, когда запрет закончится и поедем. Ну все, в общем, вот кто спрашивал про дядю Толю, все слышали. Сказал, поедет. Сейчас вот запрет закончится. Нерестовый. И поедем с дядей Толей порыбачим. Похоже, что они уже сюда не зайдут сегодня. Это был у меня такой единственный шанс. Да, ну вот сюда он залез, в эту корягу. Я бы его сюда, конечно, с такой леской уже бы не вытащил. Я здесь буду, в общем, рядом. Хочу просто вот сюда передвинуться немного и поджиговать. Как-никак для этого сюда приехал. Хоть это муры, в общем, там, где у меня камера установлена, но хоть это одиночные сейчас, такой толпы нет там, ну и не питаются они со дна, как в тот раз. Так чисто проплывают туда-сюда. Блин, ё-моё, ну чё, это удар был? Или всё-таки кого-то цепанул из этих здоровых? А может, откусил, кстати, хвост этот, который болтался? Ё-моё, решил поджиговать всё-таки, посидеть. Чё это я? Забагрил кого-то или судак? Здесь. Ох ты, ничего себе! Взял все-таки я судака. Все-таки взял. Хорошего взял. Ну вот, сегодня домой с рыбой поеду. О! Судака-то я люблю. Ой-ой-ой, вот это неожиданно, если честно. Думаю, ну сколько можно сидеть ждать. Надо хоть что-то пытаться ловить. Только начинают джиговать, здесь амур появляется. Только оставляю джиг, амур уходит. Надо следить за поплавком. И здесь, и туда, и сюда, в общем. Опять я на все четыре стороны. Вот такого клыкастика взял. Ну, нормальный такой экземпляр. Хороший, тощий. Уже отнерестился, видать. О, зверюга какой зубастый. Пойдет. Заберу его домой. Такой пойдет. Все, амуры перестали, в общем, плескаться. Мне кажется, это из-за ветра. А может, уже к ночи они куда-то на глубину ушли. Вверх как не поднимаются. Да, миллион снастей, конечно, еще в такой маленькой лодке. Это, блин, что-то. Все цепляется, все путается. Сейчас еще поджигую вот здесь вот на коряжнике. Мне кажется, что здесь должен быть судак, вот именно вот здесь вот. Все, закончил я сегодняшнюю рыбалку. Покидал еще немного джиг. Ничего не клевало больше, ветер поднялся очень сильный. Не знаю, может быть, поэтому волна тоже поднялась очень сильная. Все, собираюсь домой.
Дело такое, в общем, не знаю, рыбалка это или не рыбалка получилась. Ну, лично я кайфанул, мне очень понравилось, люблю такие приключения. Если хотите, чтобы я сюда вернулся, и все-таки поймал я хотя бы одного амура, в руках подержал, то напишите в комментариях, я возьму подходящие снасти, вернусь сюда, уже подготовленным именно ловить этих амуров, и попробуем их потаскать. Ну, кому лень писать комментарий, просто поставьте лайк, я посмотрю соотношение просмотров и лайков, ну и из этого сделаю уже вывод. А так, конечно, напишите комментарий, хотелось бы вам увидеть, как я ловлю этих амуров. Если да, то обязательно сюда вернусь и половим. А я все, домой. Всем пока-пока.